Привіт! Зараз я розкажу тобі, яка шкода буває від примхливих і велелюбних чоловіків. Якось, за легендою, Амур прийшов до своєї матусі Венери і пожалівся їй, що всі земні жінки і жительки Олімпу йому набридли. Що, мовляв, всі вони йому однакові і не цікаві, і що сумно йому жити на світі білому без нових пригод. Венера синочка любила, тому організувала йому подорож на Сатурн. Ця планета Амуру сподобалась, а надто до душі припали білосніжні красуні, холодні, мов крига, і прекрасні, як сама любов. Та скільки Амур не пускав стріли у бік дівчат, жодна з них не розтанула серцем і не звернула на нього уваги. Ображений красунчик поскаржився на них своїй впливовій матері, а та, недовго думаючи, перетворила норовливих дівчат на прекрасні, але бездушні квіти, що не мають ані запаху, ані ніжності. Завдяки цій історії на землі й досі ростуть камелії. Ось про них сьогодні й поговоримо. Первое описание камелия относится к 17 веку. Его сделал иезуитский монах Георг Йозеф Камелус, который привез его в Европу первым из Филиппин. И именно в честь него Карл Линней назвал это растение камелией. Это очень декоративное растение. Оно имеет одиночные крупные цветы. Как правило, это махровые или полумахровые. Также можно встретить и обычный цветок, состоящий из 5 лепестков. Цветовая гамма очень широкая, от белого и розового до красного в различных вариациях оттенков. В камелии очень часто можно встретить и двухцветные цветы с какими-то полосочками, пятнышками, разводами. А сам цветок держится около месяца. Камелия японская является самым распространенным растением среди камелий в комнатной культуре. На ее базе селекционерами выведено очень много новых сортов. И если ей обеспечить грамотный и правильный уход, она прекрасно живет в комнатных условиях, цветет и даже плодоносит. Камелия – растение светолюбивое, но в летнее время ее нужно затенять от прямых и палящих солнечных лучей. Лучше всего ей подойдут восточные и западные окна. Чтобы растение не было однобоким, ее нужно регулярно поворачивать. Но запомните, это нельзя делать во время закладывания бутонов, а также во время цветения, иначе это может привести к сбрасыванию бутонов. Камелия нуждается в повышенной влажности. Это можно обеспечить путем опрыскивания, но таким образом, чтобы всего лишь возле растения образовалось легкое влажное облачко. Не нужно создавать эффект ливня. Также можно повысить влажность путем размещения растения на поддоне, украшенное декоративными камушками, дно которого залито водой. Эта водичка испаряется и естественным образом увлажняет растение. Важно помнить, что в период цветения нужно опрыскивать так, чтобы вода не попадала ни в коем случае на бутоны и цветы. В летнее время для камелии благотворным будет выносить ее на свежий воздух, выбирая ей такое место, чтобы было оно защищенным от палящих солнечных лучей. В холодное время года полив должен быть ограниченным по мере необходимости. И помните, что переувлажнение и пересушка одинаково губительны для растения. Существует небольшой секрет. Во время формирования цветочных почек, это происходит в конце августа, желательно поливать ее таким образом, чтобы ком немножечко подсыхал больше, чем обычно. Регулярно ее подкармливаете. Один раз в недельку листовым удобрением, следующая неделя удобрением под корень и обязательно все с цирконом. Пересаживают молодые камелии ежегодно. Для этого вазон берут не очень глубокий, более широкий. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя зарывать корневую шейку. Она всегда должна быть немножечко на поверхности. Лучше всего подойдет грунт для камелии, как для азалий или рододендронов, то есть с повышенной кислотностью. Если такого у вас нет, то можно из универсального сделать подходящий путем добавления в этот грунт верхового торфа. Еще желательно туда добавить кокосовый грунт и мох сфагнум. Благоприятнейший период для пересадки у камелии с ноября по февраль, когда камелия цветет, но на самом деле она находится в периоде покоя.
Также во время пересадки важно сделать прищипку вашей камелии для того, чтобы она ветвилась и имела правильную красивую форму кроны. Камелию размножают многими способами – и семенами, и черенками, и отводками. Но проще всего ее размножать семенами. Благодаря камелии энергетика в доме становится прозрачнее, чище и более гармоничней, что благоприятно сказывается на домочадцах и гостях дома. Нежная и солнечная камелия помогает людям в их творчестве не зависеть от внешних обстоятельств. Также благодаря тому, что она прохладолюбивое растение, способна понижать температуру тела у человека и очень благотворно сказывается на состоянии здоровья в целом. Но наиболее благоприятна камелия для сердца. Она защищает и хранит его от многих болезней. Пусть благородная и прекрасная камелия вдохновляет вас и в творчестве, и в жизни, делая ее гармоничной и счастливой. Від дитинства ми вміємо читати по буквах та складах, але є наука, яка вчить читати по цифрах. Це нумерологія. Сьогодні нею цікавляться мільйони людей, і ми з тобою теж серед цікавих. Нумерологія не вимагає ретельних розрахунків, як в астрології, не потребує довгого вивчення ліній на долоні або родимок на тілі. Навіть знаючи тільки дату народження, можна багато що сказати про людину. Оскільки дата народження незмінна, то її особливі вібрації впливають на всі події нашого життя. Сьогодні ми навчимося визначати число душі. Для цього беремо дату народження. Якщо це однозначне число, то воно і є числом душі. Якщо двозначне, то складаємо першу і другу цифри та отримуємо суму. Наприклад, я народилася 15-го, складаємо 1 і 5, отримуємо 6. Це є число моєї душі. Звертаємо увагу ще й на час народження. Якщо ви народилися вдосвіта, то від отриманого числа відніміть одиницю. Зараз ми почнемо з характеристики людей, у яких число душі рівне одиниці. Числом душі в ведической нумерологии является число дня рождения, сведенное в результате традиционного сокращения до одной цифры. Число души – это самая сильная вибрация человека, которая раскрывает путь, который человек выбирает для себя. Каждое число от 1 до 9 обладает собственной вибрацией, которой нельзя избежать. Эти вибрации существуют вне зависимости от того, чувствует их человек или нет. И мы можем воспользоваться их положительными свойствами и обуздать отрицательные, зная, когда они проявляются. Планетарное влияние на человеческую душу можно легко понять, зная число души человека. Оно остается действовать на протяжении всей жизни и особенно проявляет свою силу между 35 и 40 годами. После 40 лет в действие уже будет входить число судьбы. Число души показывает то, что думает о себе человек, а число судьбы указывает на то, что о человеке думают окружающие. Итак, единица – это число людей, которые рождены 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца. Основные вибрации числа 1 связаны с планетой Солнца, и это дарит рожденным в эти дни независимость, индивидуальность, достижение положения, лидерство и руководящие качества. У них ясные цели и мысли, высокий интеллект, уверенность в себе, собственная точка зрения. Им необходимо уважение и понимание окружающих. Они любят подчинять себе других, свободолюбивы, и им интересно все новое. Люди с числом души 1 очень изобретательны, они порядочны, способны принимать верные решения, занимают высокое положение в обществе, много и упорно работают, имеют хорошие манеры и изысканный вкус. Они умеют контролировать свои чувства, стремятся к знаниям и очень решительны. Наилучшие годы жизни для людей с числом души 1 между 35 и 40 годами.
рекомендации для людей с числом души 1. Им необходимо прислушиваться к чужому мнению, не подавлять других, принимать помощь со стороны, если они в этом нуждаются, быть более целомудренными и скромными. Такие люди имеют хорошую судьбу, выдающееся положение, успех и деньги. Они заботятся о душе и теле, занимаются спортом. Это высоконравственные люди, лидеры и руководители. Труднее всего людям с числом судьбы 1 в октябре, ноябре и декабре. В это время они могут совершать ошибки, могут быть подвержены стрессам. Хорошим средством для нормализации солнечной энергии в это время – это делать массаж, заниматься йогой. И нужно стараться тратить как можно меньше энергии. Наиболее благоприятные периоды для единиц с 21 марта по 28 апреля и с 10 июля по 20 августа. Наиболее благоприятные отношения единицы могут иметь с людьми, у которых число души 2, 4 и 7. Предостережение для людей с числом души 1. Единицы должны думать о своих финансах тщательно, а не растрачивать их бессмысленно. Нужно быть осторожными с одалживаниями денег. Они не должны рисковать, участвовать в финансовых махинациях, не должны принимать поспешных суждений, потому что это принесет им неудачу. Они должны воздерживаться от следующего. Быть чересчур амбициозными, независимыми и беспечными. Нельзя требовать все время внимания к своей персоне, хвастаться, а также не следует отказывать от помощи, если ее вам предлагают. Из дней недели для единиц наиболее благоприятны – это воскресенье и понедельник. И для усиления солнечной энергии в воскресенье необходимо звать к себе в гости друзей и угощать их. Сьогодні підібрати свій відтінок помади або тонального засобу легко і просто. Часи косметичного дефіциту безповоротно розтанули у минулому, і кожна жінка може дозволити собі якісну косметику. Але навіть маючи солідний арсенал декоративних засобів, далеко не кожна з нас вміє правильно ним користуватися. Ідеально наносити макіяж вміють одиниці. Більшість робить це прийнятно, але є й такі, які відверто шкодять своїй зовнішності. Про основні помилки у мейкапі говоритимемо далі. Каждая из нас старается выглядеть лучше, и с помощью декоративной косметики нам это удается, но не всегда. Большое количество косметики, излишняя интенсивность, неправильно подобранная цветовая гамма – это ошибки в макияже, и из-за них мы можем выглядеть смешно. И сегодня я расскажу о самых распространенных ошибках в макияже для того, чтобы в дальнейшем мы их не делали. На лице нашей модели Карины я буду показывать на одной стороне лица ошибки в макияже, как не стоит делать в дальнейшем. На другой стороне лица я буду показывать, как нужно делать правильно. В конце мы сравним две стороны лица и поймем, какие ошибки нельзя допускать в макияже в дальнейшем. Первой и самой распространенной ошибкой макияжа является то, что мы неправильно подготавливаем кожу к макияжу. То есть мы не наносим свой дневной крем или какую-либо базу под тональный крем. В сухой коже это проявляется стянутостью, сухостью. Для жирной кожи, если мы не нанесем дневной крем, это будет проявлением излишнего блеска на лице. Итак, на одну сторону в макияже я сейчас нанесу, на другую сторону не буду наносить крем или же основу. Второй распространенной ошибкой в макияже является неправильно выбранный цвет тональной основы. Мы иногда хотим казаться более загорелыми и выбираем тональную основу на 2, 3, а то и 4 оттенка темнее, чем наш основной тон кожи. Что это нам дает? Лицо выглядит неестественно, лицо отличается от шеи, от зоны декольте, и это выглядит непрофессионально, некрасиво. Поэтому на ту сторону макияжа, которая у нас будет с ошибками, я нанесу тональную основу, которая будет на несколько оттенков темнее, чем основной тон кожи. И
Так мы видим, насколько неестественно выглядит оттонированная часть лица с более темным тональным кремом. И на следующую часть лица, на которой у нас будут правильные законы макияжа, мы наносим тональный крем, который будет тон в тон совпадать с Карининым цветом кожи. Ну, максимум вы можете себе позволить сделать на один оттенок темнее или на один оттенок светлее, не более того. Следующая распространенная ошибка в макияже – это корректоры. Корректоры, которые тоже неправильно подобраны по цветовой гамме. Я сейчас говорю о светлом корректоре, которым мы высветляем синяки под глазами. Если вы возьмете излишне светлый корректор, это будет очень контрастировать с тоном кожи и будет выглядеть неестественно. Итак, мы видим, что излишне светлый корректор выглядит под глазом светлым пятном. Это смотрится неестественно, поэтому корректор должен быть всего лишь на 2 оттенка, не больше, светлее, чем тональный крем. И на ту сторону лица, где у нас правильные законы макияжа, я нанесу корректор, который всего лишь слегка высветлит синячок под глазом, и это будет выглядеть естественнее. Дальше опять о корректорах. Мы поговорили о светлом корректоре, теперь темный корректор. Многие с вами знают, что такое скульптурирование лица. И мы понимаем, что с помощью коррекции светотеневой мы можем некоторые части лица откорректировать, то есть сделать немножечко меньше. И в этом нам, конечно, помогают темные корректоры. Но если мы с ними переусердствуем, это получается темные неестественные пятна. Как правило, мы корректируем скулу, мы корректируем нос и в результате видим перебор темных корректоров. На той стороне лица, где у нас ошибки макияжа, я делаю очень темную скулу. Итак, мы видим, насколько неестественно смотрится излишнее затемнение на лице. И на той стороне лица, где мы делаем правильный макияж, мы тоже будем делать коррекцию. Но это будет выглядеть намного естественнее, потому что она не будет настолько интенсивной. В дневной макияже всего лишь немножечко подчеркиваете скулу, а в вечернем макияже интенсивности можно чуть добавить, но опять же без перебора. И еще хотелось бы сказать еще об одной распространенной ошибке в макияже. Это излишнее нанесение пудры. Помните, что пудра создана для того, чтобы придать лицу бархатистость и матовость, но ни в коем случае не для того, чтобы корректировать ей недостатки. Она очень легкая по текстуре, и недостатки вы не подкорректируете. Но излишнее количество пудры может слишком подсушить кожу и сделать макияж неестественным. Многие из нас набирают вот такое количество пудры на кисть. Это много. Поэтому совсем небольшим количеством пудры мы должны пользоваться для того, чтобы закрепить макияж. И сейчас я говорю о тех, кто обладает жирным типом кожи. Да, в этом случае пудра нужна. И на часть лица с правильным макияжем мы наносим совсем чуть-чуть пудры. И так как у Карины сухой тип кожи, мы ей нанесем только на Т-образную зону, чтобы не пересушить сухую кожу. И со всеми остатками можно пройтись по всему лицу для того, чтобы закрепить макияж. Наш макияж завершен, и мы видим явные ошибки в макияже. То есть на правой стороне у нас, повторю, что это неподготовленная кожа, отсутствие базы под макияж или же дневной крем, излишне темный оттенок тонального крема, излишне светлые или слишком темные корректоры для лица и большое количество пудры. Это ошибки, грубые ошибки в макияже, которые нельзя делать. И на левой части лица мы видим, что левая часть выглядит намного свежее, потому что все подобрано правильно. Сейчас мы Карине умоем часть лица, на которой были сделаны ошибки, и выровняем ее с левой частью лица.
мы выровняли две части лица, использовали все правильные законы макияжа и видим, что Карина выглядит прекрасно. Каждая из нас старается выглядеть ухоженно, дорого и свежо. Поэтому помните про чувство меры, которое необходимо и в применении косметики в том числе. Ні ідеальний макіяж і ні лагідний характер не в змозі виправити неприємного враження, яке створює недоглянуте тіло жінки. Тільки гладенька та шовковиста шкіра і ніякої зайвої рослинності. Закони краси суворі, і ми маємо їм підкорятися. Робити це набагато легше, маючи такого чудового помічника, як клініка Oxford Medical з її елос-епіляцією. Яка жінка не мріє про гладеньку шкіру? А особливо тоді, коли та ледь прихована під легким одягом від гарячих поглядів чоловіків. Гарячих і заздрісних. Адже і сучасні чоловіки все частіше невдоволені зайвою рослинністю на тілі. Любі мрійники, можете бути щасливими. Перетворити мрію на реальність вам допоможуть косметологи клініки Oxford Medical. Существует очень много методов, с помощью которых мы можем избавляться от избыточного роста волос. Однако на сегодняшний день одной из самых любимых процедур является уже аппаратная технология, которая внедряется с каждым днем все больше и больше. И инновационные технологии, которые внедряют в нашу эстетическую медицину, становятся все сильнее и крепче. Одной из самых ведущих на сегодняшний день технологий является технология ELOS. Мы используем только полезный свет и полезную энергию, благодаря чему мы круглый год можем делать эту процедуру в отличие от других аппаратов. Отже, спочатку на фолікул впливає м'яка світлова енергія, а потім радіочастотна хвиля руйнує волосяний фолікул. З такого фолікула більше не може рости волосинка, і поступово після кількох процедур на обробленій ділянці тіла спостерігається стійке зменшення волосяного покрову. Іншими словами, волосся після такого впливу перестає рости. Бажаєте знати, чим ELOS відрізняється від інших процедур з видалення волосся? Сеанси проходять швидко і безболісно, а волосся зникає назавжди, в тому числі світле і пушкове. Такого ефекту дарма чекати від видалення волосся воском, кремом, депіляторієм або електроепілятором. Після ELOS шкіра не потребує ніякого особливого догляду, ніби ви нічого й не робили. Одразу після сеансу ви можете засмагати або проходити інші косметологічні процедури, що певний час є неможливим після, приміром, фотоепіляції. Спеціалісти клініки Oxford Medical за вашим бажанням проведуть епіляцію будь-якої ділянки тіла, навіть найчутливішої. Существует три фазы роста волоса, от чего мы, в принципе, и зависим. И как известно, что у каждого человека, у мужчины, у женщины, волосы растут по-разному. Также мы зависим от возраста, от сезонности, потому что уже отмечено, что весной и осенью стимуляция роста волоса происходит более активнее, чем это проходит летние и зимние периоды. Мы зависим от каждой фазы роста, и убрать максимальное количество волос можно только в активную фазу. Поэтому, учитывая все эти особенности, для каждого человека существует определенный интервал между процедурами. ELOS-технологія забезпечить вам подвійний захист шкіри за рахунок охолодження поверхні і контролю інтенсивності впливу на різних ділянках тіла. Грамотний спеціаліст виставить параметри так, що ваша шкіра не перегріється, а можливість подразнень після процедури буде зведена до мінімуму. Многие спрашивают, навсегда ли мы можем убрать волосы. Стойкий длительный результат дают эти процедуры, потому что, как известно, как правило, на один активный фолликул приходится до 15 спящих. Мы работаем только с активными фолликулами. После удаления активного фолликула через определенное время, у каждого человека это бывает по-разному, как правило, ремиссия от 2 до 15 лет, мы можем говорить о том, что могут пробудиться спящие фолликулы, но они уже, конечно, не в таком количестве пробуждаются. Как правило, это пушковый волос, безжизненный, который, в принципе, не мешает человеку жить. Но его тоже можно убирать. Результат ELOS-епіляції в основному залежить від того, наскільки індивідуально підійде до підбору параметрів впливу спеціаліст-косметолог. Клініка Oxford Medical такий підхід гарантує. Значення має також, наскільки високий у вас поріг чутливості. Важливо дотримуватися і рекомендованих інтервалів між процедурами. Не намагайтеся силоміць пришвидшити процес. Природні фази росту волосся ви не зміните, а досить часте проведення процедур може навіть знизити ефективність лікування.
среднем для полного удаления волос отводится от 6 до 8 сеансов с интервалом от 1,5 месяцев до 2-2,5 месяцев перерыв. Хочется сделать акцент на том, что можно убирать и светлые волосы, которые имеют русый оттенок, но в то же время какой-никакой, но пигмент имеют. Потому что свойство любого аппарата – видеть пигмент. Единственное, конечно, для светлого волоса требуется больше количества сеансов. Также учитывается проблема гормонального фона. Те люди, которые обращаются, клиенты к нам с проблемой гормональной, то же самое учитывается интервал между процедурами, количество процедур и в каком порядке, и каким образом мы будем делать. Поэтому все процедуры, которые мы проводим, сугубо индивидуальные, касаются только лично каждого человека. Звичайно, що краса вимагає жертв. Проте жертви мають бути помірними і виваженими. А коли косметологічні процедури дають бажаний результат, і до того ж ви впевнені у його безпечності, то й життя стає радіснішим вдвічі. Адже попереду ще стільки сонячних днів, теплих вечорів і сонячного настрою. Пройти повний курс епіляції до початку пляжного сезону встигнуть ті, хто вже сьогодні його розпочне. Результат себе виправдає, адже, як говорять, чим звабливіше бікіні, тим сильніші високі почуття. Щиро бажаю всім почуттів тільки найвищої проби і до зустрічі через тиждень.